Госсобрание Башкортостана направило в федеральное правительство законопроект об освобождении от налогов благотворительную деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций. Проект поправок в налоговый кодекс депутаты планируют внести в Госдуму. По словам председателя регионального Заксобрания Константина Толкачева, от подоходного налога в 13% необходимо освободить всю благотворительную помощь, которую оказывает НКО. По действующему закону налог обязаны уплачивать либо получатели помощи, либо сами организации. При этом для получения льготы будет условие. В уставе некоммерческой организации благотворительность должна быть прописана как один из видов деятельности. По мнению авторов законопроекта, эта мера поможет развивать благотворительность в стране. Сейчас по налоговому кодексу налогом не облагается помощь в денежной и натуральной форме, которую оказывают российские и иностранные благотворительные организации. Однако зачастую граждане получают помощь от социально ориентированных НКО, а на них освобождение от уплаты налога не распространяется, отметили в Госсобрании.